За 10 дней до официального старта купального сезона севастопольские пляжи готовы на 90%. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов. По его словам, готовят 24 пляжа. Роспотребнадзор отобрал пробы воды на всех участках, 30% из них получили положительное заключение. До 15 числа ноября сейчас температурный режим в воде позволяет брать эти анализы. И, соответственно, уже оформлять допуск. Значит, 122 спасателя по декларации и по проверке прошли обучение. Значит, приобретено оборудование, необходимое для спасения на воде. Операторы нескольких пляжей заканчивают благоустройство, устанавливают детские площадки и летние кинотеатры. Водолазы обследуют дно. Многие севастопольцы не дожидаются официального начала купального сезона и отдыхают у моря уже сейчас. Губернатор поручил тщательнее контролировать работу операторов пляжей и своевременно реагировать на замечания горожан. Весь этот период прям дожимайте операторов, чтобы они как минимум было чисто везде, причем с раннего утра, как максимум, чтобы они быстрее завершали все свои работы, которые они запланировали. Если есть какие-то работы, которые они планировали в рамках благоустройства еще сделать, да, там дополнительные, строительные, но не успели, то не надо их делать к сезону. Надо остановиться, все привести в порядок, расставить и эксплуатировать. Полный перечень официальных пляжей можно посмотреть на сайте городского правительства. В этом году их 26. Сообщается, что в этом сезоне планируется открыть новый загородный пляж «Дельфин», расположенный в районе бухты Ласпе.